Вітаю вас, це «Власний погляд». Ми говоримо про подвійне громадянство із народним депутатом України Левом Миримським. Вітаю вас, пане Леве. Отже, ви є автором законопроекту про подвійне громадянство, тому ваша думка, чому сприятиме запровадження інституту подвійного громадянства у державі? Потому что я убежден, что это выгодно для людей. А то, что выгодно для людей, должно быть выгодно и для государства. Ну, первое. У нас в Украине порядка 5 миллионов наших граждан работают за границей, так называемые гастарбайтеры. И многие из них получают гражданство той страны, где они работают. И если сегодня по закону Украины нельзя иметь двойное гражданство, то мы теряем этих людей. Эти люди, если будет двойное гражданство, остаются гражданами Украины. Чем это плохо? Такой один из наглядных мелких примеров. Там, наши спортсмены, которые играют там, в футбол, в хоккей, в зарубежных командах, принимают там гражданство. Они не могут выступать за сборную Украины, потому что они не граждане Украины. Если будет двойное гражданство, они остаются гражданами Украины. Простой такой пример. Люди, которые обучают своих детей за границей, нельзя открыть счет за границей. Проблема в открытии счета за границей. А для снятия квартиры, для оплаты телефона нужен банковский счет. И так далее, так далее, так далее. То есть ко мне обращается огромное количество людей, которые говорят, что двойное гражданство им удобно и комфортно. И самое главное, Украина не будет терять своих граждан. Более того, сегодня в Конституции Украины, статья 4, записано, граждане Украины имеют единое гражданство. Это не единственное. Что это значит? Что на территории Украины не может быть там гражданина Крыма, гражданина Закарпатской области. Вот это подразумевает под собой единое гражданство. Но единое и единственное – это разные вещи. Поэтому для принятия этого законопроекта не нужно менять Конституцию. Достаточно 226 голосов обыкновенной большинства. І цього буде достатньо, щоб прийняти цей закон. Людина, яка працює за кордоном, може отримати, згідно цього законопроекту, який ви пропонуєте підтримати в Верховній Раді, людина працює за кордоном, вона може отримати громадянство тієї країни, де вона працює. Якщо вона поїхала, наприклад, в іншу країну, вона може мати ще одне громадянство зарубіжне, чи тільки лише одне і українське? Смотрите, сьогодні в Україні нету уголовної відповідальності за двойне громадянство. Сьогодні люди, які мають двойне громадянство, їх складно вычислить. Есть штраф, административная ответственность от 170 гривен до 1700 гривен за нарушение. И сегодня и так есть двойное гражданство. По моей информации, там порядка 5-7 до 10% людей и так имеют двойное гражданство. Но... Поза законом. Ну, мягко говоря, потому что нет ответственности, есть только административное наказание. И нема механизмов певных для того, причем чтобы люди, которые, вот, выявить таких людей. У меня друзья живут в Германии, они стоят в посольстве на учете, посольство знает, что они граждане Германии, они проживают постоянно там, но не граждане Украины. Но вы правы, что это незаконно. Выявить это можно только при пересечении границы, если человек показывает два паспорта. Но Украина с гражданами, которые будут иметь двойное гражданство, гражданство, например, Франции и Украины, да? Украина с гражданами Украины разговаривает законом Украины. Для Украины они граждане Украины. Поэтому право человека принимать другое, второе или третье гражданство, это уже его право и той страны, которой он принимает это гражданство. Если сегодня гражданин не Украины примет гражданство Украины, то Украина потребует, чтобы он отказался от этого гражданства. И показательный пример. Жерар Депардье. Франция признает двойное гражданство. Принял гражданство России, потому что ему не понравилось налогообложение во Франции. Да? Он бы принял гражданство Украины. Чем для Украины было бы плохо? Платил бы налоги в Украине. Но он остался гражданином Франции, потому что Россия принимает двойное гражданство. А так могло бы быть то же самое в Украине. Поэтому это право человека принимать гражданство. Но Украина со своими гражданами разговаривает языком и законами Украины. Потому что человек, если он имеет двойное гражданство, он для себя должен определиться, резидентом какой страны он является, где он постоянно проживает. Очень часто там мне задают вопросы, а вот как служба в армии, если человек имеет двойное гражданство? Повторяю, что с гражданами Украины, которые являются и резидентами Украины, Украина говорит своим языком законно, и тогда эти граждане должны служить в Украине. Хотя, что касается службы в армии, я считаю, что у нас должна быть контрактная армия, и должны быть профессиональные военные, а не так, как там Черноморский украинский флот с
смешно говорить, там два корабля и подводная лодка, которая там практически не работает. Пане Леве, от дивіться, подвійне громадянство, по суті, легалізує права користуватися благами тієї чи іншої країни. Тобто громадянин може отримувати чи то пільги, чи то пенсії як України, так і тієї країни, де він вважається, буде громадянином. И он может пользоваться безвизовым режимом, если он гражданин, например, Украины и Франции, то он по Евросоюзу может ездить и заниматься и бизнесом, и решением других вопросов. То есть это решает проблемы очень большого количества людей, начиная там от гастарбайтеров, заканчивая бизнесменом, заканчивая теми людьми, которые дети учатся за границей и так далее. И просто для людей это создает комфортность. А я считаю, основная задача меня как депутата и в первую очередь государства – два направления, щоб кожен чек на своїй землі чувствував себе комфортно, і кожен чек мав право вибору. У більшості розвинених країн вже давно існує інститут подвійного громадянства. Чи готова Україна сьогодні запровадити у себе? Моє личне мнение, що Україна к этому готова, і для України это шаг вперед. Потому что очень много стран в той же Европе, там Франция, Греция, Венгрия и так далее, и так далее, и так далее, имеют у себя двойное гражданство и не переживают, что это как-то отразится на экономику страны. Наоборот, это, повторяю, даст возможность людям, которые приняли второе гражданство, остаться гражданами Украины. Мы не потеряем этих граждан. Згідно вашого документа, який ви пропонуєте механізм, як людина зможе отримати два громадянства? Ну, Україна, безперечно, вона вже має. Смотрите, второе гражданство человек получает по законам той страны, где он хочет его получить. Но Украина, если будет принят мой закон, признает и принимает, что он еще является гражданином той страны. Вот после обсуждения и с коллегами, и с людьми, я хочу, когда закон, этот проект начнет рассматриваться, внести одну поправку, запретить двойное гражданство госслужащим. Потому что люди, которые работают на державу, наверное, они должны быть все-таки гражданами, не наверное, я убежден, одной страны, депутаты Верховной Рады Украины, чиновники, которые на государственной службе, наверное, они должны быть гражданами Украины и не иметь двойного гражданства. Вот эту поправку я внесу в свой законопроект. Які ще недоліки сьогодні стоять, скажімо так, на шляху запровадження подвійного громадянства в Україні? Я лично не вижу ніяких недоліків. Я вижу, що закон може бути прийнятий, є для цього всі необхідні... Експерти кажуть, що подвійне громадянство може призвести до напливу трудових мігрантів. Чи економічно готова Україна іммігрантів до нових громадян? В Україну? Так. Смотрите. Если гражданин другой страны хочет получить гражданство Украины, да, и неважно, принимает Украина двойное гражданство или не принимает, она рассматривает этого человека по своим законам и решает дать ему гражданство. То есть есть процедура, он должен получить вид на жительство, он должен жить какое-то определенное количество лет в Украине для того, чтобы получить. И даже если Украина не принимает двойного гражданства, все равно же, если сегодня есть желающие получить гражданство Украины, отказавшись от своего, да, они приезжают и проходят эту процедуру. Это не влияет на волну мигрантов. Это не значит, что Украина разрешает всем гражданам других стран получать у себя гражданство Украины в течение одного дня. Это же не играет на это, это не влияет на эту ситуацию. Граждане другой страны для того, чтобы получить гражданство Украины, должны пройти процедуру, которая прописана в законе, она не такая быстрая. Вид на жительство, проживание определенного количества лет и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это не увеличит волну к нам сюда рабочей силы. Наоборот, это даст возможность нашим людям, которые работают за границей в Италии, Франции, в России, получив там гражданство, остаться нашими гражданами. Это только касается, в первую очередь, граждан Украины. І ще така ситуація, цікаво. Громадянин, який, наприклад, чинив злочин на території однієї з країн, переховуватиметься там, де будуть лояльніші до нього закони. От він матиме громадянство другої країни і поїхав туди. От. Смотрите, если на территории Украины любой человек, гражданин Украины или не гражданин Украины, совершил преступление на территории Украины, он будет отвечать по законам Украины. Если он, например, є громадянином Франции. Но если Украина принимает двойное гражданство, тогда как раз вот если он совершил преступление на территории Украины, а у него двойное гражданство, то Украина и будет с ним разговаривать по законам Украины. А если он отказался от гражданства Украины, стал гражданином Франции, то совершив преступление, то Украина уже будет с ним разговаривать как гражданином Франции. Поэтому, наоборот, это дает преференции стране. Это, наоборот, дает больше возможности контролировать ситуацию. От при нинішній ситуації незахищеності українських кордонів, чи загрожує подвійне громадянство інституції? Що ви розумієте по незахищеності українських границь? Що значить? У нас що, відкриті границі? Ні. У нас стоять
таможни, пограничники. У нас граница не открыта. Наша граница не открыта. Мы же не в Евросоюзе, где по территории Евросоюза граница открыта. У нас граница не открыта. Для того, чтобы выехать или заехать, нужна виза, нужно разрешение. Да, там, например, мы приняли, что европейцы приезжают к нам безвизово. Но это совсем уже другая история. Гражданин Украины не может никуда выехать, не имея на это визы. За исключением там, отдельных стран, Турции, которая принимает сразу и так далее, и так далее. У нас нет упрощенной процедуры по принятию наших граждан. Поэтому двойное гражданство не влияет на эту ситуацию. Наоборот, оно улучшает тогда. Експерти стверджують, дехто з експертів, що прийняття закону про подвійне громадянство може загрожувати національній безпеці країни. Апелюйте. А чому країни, які розрішають двійне громадянство, та ж Франція, Греція, вони не переживають, що це буде повлияти на безпечність їхньої країни? Як це може повлияти на безпечність? Да ніяк. Ми сьогодні цивілізована країна, ми хочемо йти в Європу. Так і давайте жити по законам і правилам, правилам общеприйнятим. Возьмем, изучим опыт тех стран, где есть двойное гражданство. Я внимательно смотрел, нету никаких проблем. Только плюсы для наших граждан. Я повторяю, все, что выгодно нашим гражданам, должно быть выгодно государству. Мы должны перестать заниматься политиканством. Мы должны думать, выгодно это или невыгодно. Если это выгодно людям, выгодно государству, то это надо внедрять в жизнь. За умови прийняття вашого закону, от одного документа буде достатньо для того, щоб подвійне громадянство було легалізоване в Україні? Що для цього ще потрібно? Согласно того, як розумію я і мої юристи, Конституцію міняти не треба. Ми тільки приймаємо закон, президент його підписує, і він вступає в дію після того, як його опублікують. І тоді ми легалізуємо всіх громадян А, які мають друге громадянство, і ті, хто захочуть його отримати. Чи є певні строки на виконання цього закону, коли він буде ухвалений як закон? Ну, є процедура прийняття законів. Вначале закон попадає в профільні комітети, розглядають комітети, потім він виноситься на розглядання Верховної Ради, приймається в першому читанні, там, в другому окончательному. Но сьогодні, к сожалению, Верховна Рада не працює, комітети не працюють. От у нас було засідання комітету, і ми якби пообщались на комитете, но мы не можем принять ни одного решения, потому что комитеты не могут работать, пока не откроется сессия. И поэтому сегодня вот такой замкнутый круг, парламент не работает. От этого зависит и как будут рассматривать комитеты те или иные законопроекты и те проекты законов, которые и я внес в том числе. Ваш комитет зареєстрован у Верховній залі, він уже є на розгляді у комитеті? Да, конечно. Мой законопроект. Ваш законопроект, зарегистрирован, так. Да. И он должен рассматриваться в комитете. Спочатку має пройти процедуру комітету, потім вже було винесено. Потім уже. В сусідній Росії сьогодні існує інститут подвійного громадянства. Ми вже говорили, що багато європейських країн діють саме за... Існує ця інституція. Росія сьогодні навіть активно паспортизує громадян Севастополя. Президент Росії Путін вважає за необхідне повернутися до питання про полегшений порядок надання російського громадянства колишнім громадянам СССР. Чи не є так... Це так звану експансію Росії українських земель? Ну, послушайте, я на Закарпатті приймаю паспорта других стран, там, венгри дають сьогодні гражданство, вообще дуже швидко і ефективно. Не треба говорити, там, Росія, Венгрія, Франція. Это человек, если принимает гражданство той или иной страны, это его право. Другой вопрос, что если будет разрешено двойное гражданство, или если, наоборот, будет усилено в альтернативу там, моему закону, что запретите вести за это уголовную ответственность, люди должны сами для себя принимать решения. Тут нет никакой политики. Тут обыкновенная экономика. Та же Россия своим гражданам платит пенсии. И людям просто это экономически выгодно. Люди ищут, как сегодня выжить. Люди видят, как сегодня хотят улучшить свое материальное состояние. Поэтому и выезжают на те же заработки. Поэтому принимают гражданство тех или иных стран. Украина должна вырасти до уровня этих стран, чтобы люди не хотели получить или двойное гражданство, или вообще не уехать из страны. Тогда они будут не просто патриотами, а тогда они будут здесь жить и получать удовольствие, будут иметь возможность зарабатывать деньги, не будут бояться за безопасность своих детей, чтобы они спокойно ходили по улицам. И очень-очень много вопросов. Просто я повторяю, что сегодня государство должно заняться экономикой, должно заняться, чтобы каждый человек имел нормальную работу, чтобы получал нормальную зарплату, чтобы думал о безопасности своих детей. И тогда многие вопросы отпадут сами собой. А у нас, к сожалению, очень много вопросов, которые переводят в политическую плоскость. Россия, Украина, Европа, Запад, выгодно или невыгодно? И в первую очередь людям.
вигідно чи не вигідно, на сам кінець наголосіть, будь ласка, на перевагах, якщо в Україні буде все-таки легалізовано подвійне громадянство? Дуже багато. Я ж сказав, дуже багато плюсів подвійного громадянства. І Україна від цього нічого не втрачає. Плюси, що люди зможуть, якщо будуть мати двойне громадянство, їздити безвізово в Європу. Люди зможуть обучать своих детей, люди смогут покупать недвижимость, люди смогут работать и платить налоги и там, и тут. Если у человека есть бизнес в Украине, он платит налоги в Украине. Если у него есть бизнес там, он будет выбирать, где ему выгоднее платить. Если он сплачивает податки, то потом он и користуется... Если у Украины с этими странами будет подписано соглашение, и человеку будет выгоднее платить податки в Украине, он будет платить в Украине. Поэтому я считаю, если взять за 100%, 99% только выгоды. 1% – это политические вопросы, которые могут размазывать на тарелке. Дякую за розмову. Нагадаю, що це був народний депутат Лев Миримський. Ми говорили про подвійне громадянство. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.